Сегодня глава города встретился с учеником 8-й гимназии Данилом Деминым. Сочинец блестяще справился со всеми индивидуальными заданиями Олимпиады и возглавил рейтинг участников. Алексей Копайгородский отметил, что такие достижения – гордость для всего Сочи, и пожелал Даниле успехов в достижении новых математических высот. Эта Олимпиада на самом деле является частью отбора на Международную Олимпиаду по математике АИМО. Так как я уже написал эту Олимпиаду очень хорошо, значит, я достаточно высоко в рейтинге. Я сейчас на самом деле в рейтинге кандидатов в сборную. Еще будет несколько промежуточных этапов до этого соревнования. Румыния был один из них. Вот. Еще Всероссийская Олимпиада, как бы ничуть не меньше, чем все остальное. Потом майские сборы тоже, вся эта гонка. Опять же, продолжается. 6 человек должно быть на вершине турнирной таблицы. Первые 6 летят на чемпионат мира в Питер в этом году. Основной этап научного турнира состоится в июле. Даниле предстоит побороться за победу среди математиков из более чем 110 стран.